Здравствуйте, уважаемые читатели, гости сайта «Заметки электрика». Нахожусь на подстанции. Хотел бы вам показать, что происходит с трансформаторами тока, которые перегружают которые свыше номинального тока. Вот у нас фидер. На нем установлены два трансформатора тока с номинальным током 50 ампер, то есть 50 на 5. Тип ТОП 0.66. Трансформаторы тока нагрелись, вздулись. Вот видно, такие бочонки стали и начали плавиться. Вот рядом под напряжением здесь, не знаю, достану. Вот уже поплыла у них изоляция. Запахло гарью. И данный фидер решили вывести из работы, если сети дадут разрешение на увеличение мощности по данному фидеру, то сюда установятся трансформаторы 100 на 5 или 150 на 5. Так, дал консультацию по приобретению трансформатора тока. Это я. То есть с шинкой, с проходной шинкой на ток 100 или 150 ампер. Ну, после замены получится что-то типа такого. То есть практика у нас очень богатая по замене трансформаторов тока как на низкой стороне, так и на высокой. Естественно, что после замены трансформатора тока с другим коэффициентом нам необходимо будет заменить также амперметр, калибровать его на соответствующий коэффициент, то есть увеличится предельный ток. Правда, при этом, наверное, придется нам выводить секцию. Да, он находится под шинами. Вон там. Вот так вот бывает. Такое вот короткое видео. На этом все. С вами был Дмитрий, автор сайта «Заметки электрика». До новых встреч. Отрава для грызунов – неотъемлемая часть любого распределительного устройства. Кстати, где-то у меня есть даже архив фотографий, как приехали на одну из подстанций, там в ячейке лежало сразу три больших грызуна